А перед началом ролика я хочу посоветовать вам свой бизнес. Мой бизнес — это спортзал в ПГТ Батырева. Найти вы можете вести GPS, 6 раздел и 48 бизнес. Но он не всегда отображается на GPS. Кстати, вход бесплатный. В спортзале вы можете изучить много стилей боя. В спортзале есть много тренажеров, и они очень качественные. Помещение всегда чистое и убранное. В спортзале также есть ринг, где вы можете драться под деньги. Также здесь можно переодеться. Если вы не знаете, где находится бизнес или не можете его найти, вы можете посмотреть по карте. Вот где он находится. В крайнем случае, если вы не можете найти бизнес, можете спросить у администрации или у других игроков. На территории спортзала есть большая парковка, где вы можете припарковать все свои автомобили. Думаю, вам понравится мой спортзал. Жду всех в моем спортзале. Вход бесплатный. Всем привет, с вами Кирилл. Вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в криминалочку на сервере Один Ролеплей, первый сервер. Мы не Кирилл Питбуль, и сегодня у нас будни адвокаты. Сегодня мы будем мажорским таким адвокатом. Я все-таки взял Майбах. Знаю, предыдущие серии были не очень, но буду стараться, чуваки, потому что я в этой теме недавно попал адвоката. Я не знаю, что тут толком делать нужно. И как общаться с клиентами, какие хотят выйти, и вообще, хотят ли они выйти вообще. Поэтому поддержите меня лайком обязательно, буду учиться на своих ошибках. Там, что-то придумать, какие-то РПшки будем делать с другими организациями. Только нужны ваши лайки, чтобы я понимал, что вам это нравится, и чтобы я зря все не снимал. Если вам не будет это нравиться, то смысл мне будет это снимать, сами понимаете. Сейчас мы едем в Арзамас. Сначала я сейчас зайду в банк быренько, там мне надо оплатить, ну, по своим делам мелким. И потом поедем в ППС, а потом... Нет, сначала заедем в АА. Потом возьму дубинку там на всякий случай. Там поздороваюсь со всеми и поедем потом в ППС. И посмотрим, кто там у нас, кого надо выпустить. Потом, сейчас онлайн на сервере почти... 500 человек, 475 человек. Думаю, хороший онлайн. Пока что в чате не видно, кого посадили. Ну, когда кого-то садят, у меня отображается в чате это. Поэтому пока мы не будем никуда спешить. Сейчас заедем потихоньку до Арзамаса и там уже разберемся. Ну что ж, поехали. Да уж, только что мне мусор навстречу выехал и взял, мне в Майбах выехал навстречку, дурачок. Тупо навстречку так вылетел и сломал мне машину. Сейчас мы уже подъезжаем к администрации города Южного. Я 5-й ранг. Кстати, звезды, не обращайте внимания, они получены не по заслугам, потому что там чувак выбежал, и я из-за него получил звезды. Так, Финн сейчас 9 человек. Пятерка, пятерки, одна восьмерка еще есть. Так, зеленый свет. Поехали. Сейчас заедем, я возьму дубинку, там посмотрю, кто у нас есть. Потом пойду в банк, оплачу налоги, так сказать. Заправлю Майбах и починю его. И поедем уже в ППС. Будем там, так сказать, помогать людям в качестве адвоката. Мне прикалывает именно адвокатом быть. Вот я хочу еще до шестерки дойти. Это главный адвокат, как бы сказать. Было бы очень круто. Так, дубинка у нас здесь, по-моему, берется. Да, вот здесь она, дубинка, во. Взяли дубинку. Здесь у нас чувак ВФК стоит. Ну да ладно. С дубинкой, думаю, все нормально будет у нас. Так, 20 левел, кстати, я апнул уже. Вообще по красоте просто. Блин, Майбах такой здоровенский просто, реально. Он такой здоровый. Я в шоке просто. Я реально просто в шоке. От происходящего. Так, рыжик, под колес только не лезь. Так, проехали сюда. И поехали. Починим и заправим Майбах. Но сначала давайте, наверное, починим и заправим Майбах сначала, потом зайдем в банк. Так будет, думаю, лучше. Как-то длинные серии у меня не получается по будни адвоката. Пишите, делать длинные серии или короткие. Потому что я не понимаю, делаю длинные серии, вы их не смотрите. Делаю короткие. Ну, короче, непонятно просто. Реально. Так. Поворачиваем. Кстати, копия Range Rover. Тимохи поехал. Ну, цвет такой самый просто. Так. Тюн. Починить. Все. Выезжаем. Круто.
Так, надо отъехать, наверное, чуть-чуть. Алло. Вот так вот, все. Так. Чуть подлагивает сервер что-то, не знаю почему, это не у меня игра лагает, это сервер что-то подлагивает чуть-чуть. Так, давайте 65 литров заправим. Андрей Домино, привет тебе. Передал. Так, видите, подписчики встречаются на сервере. Очень приятно, что подписчики встречаются на сервере. Видите, как-то лагает сервер вообще жестко. Просто люто лагает. Так, заглушим тачку. Сейчас я пойду оплачу за дом и за бизнес. Не знаю, зачем я это показываю вам, но... Чтоб серийка была подлиннее, так сказать. Типа, каждая... Я сегодня просто первый раз на серию захожу за день. Вот после учебы пришел и записываю серию. Так, оплатить дом. Оплатить бизнес. Баланс бизнеса. 182 640. Так, ну, грубо говоря, 200 тысяч сейчас мы положим. Положи деньги. 200 тысяч положим. Да, все. 47 тысяч, я думаю, нам хватит, в принципе. Видите, бизнес несет свою прибыль, в принципе. Так, прогрузись. Что-то не прогружается. Или, стоп. РБС же был. Или его сделали. Да уж. GPS авто. Сука, кто-то украл мою машину. Ублюдки вонючие. Вон она стоит. Я ее вижу. Какого хрена, блин? Чё за бред? Кому-то, походу, надо мордяку набить. Походу, механик украл мою машину и отвез туда. Да, прикольно. Так, Джейсон Бурнс, привет тебе, а то ты мне пишешь, я тебе не буду отвечать. Я на серии всегда не отвечаю на смс-ки и на звонки. Сука. Ублюдки, блядь. Как меня бесит такие люди просто. Или это админы прикалываются, я не знаю. Ну, по-моему, механик. Ну, по-любому, механик, блин, дурачок какой-то. Взял мою машину, спер. И уехал. Ублюдок. Наверное, тот, кто он и был, наверное, или этот. Так, стрим на красном, соблюдаем ПДД. Ну реально, блин, бесят такие люди, конечно. Наверное, вот эта крыса сзади меня едет, она. Это он, наверное, все сделал. Ублюдок, дебил какой-то, врезался в стену. Так, Линкольн, аккуратно. Аккуратно. Поехали. Поехали. Блин, чёрт, ты как-то медленно едешь, я тебе скажу. Очень медленно едешь. Хотя у меня Майбах медленнее едет, чем твоя тачка. Так, красный. Не будем нарушать ПДД. Тони какой-то. Ждем зеленый свет. Так, 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 так. И сейчас будем, может, там кто-то есть, в принципе. Так, поехали. Нитрюшечку врубим. Нитрюшечку. Здесь там зеленый горит. Есть, тут зеленый горит, это хорошо. Ой-ой-ой. Надо нам сюда поворачивать. Хотя, блин, я мог там повернуть. Но я уже тут повернул, походу. И здесь машину поставлю. Давайте вот такой скриншотик сделаем. Напротив этого. Вот так вот. Вообще, для превьюшечки, думаю, в самый раз будет. Так. Заходим. И у нас здесь никого нету, походу, да? Давайте бин включим. О. Так. Сейчас. Напишу ему серия. Серия. Руслан Крыса. О.
Григорий Волков, привет тебе. Передал. Не хочу сидеть. Давайте к нему подойдем. И выпустим его. Пусть он нам покажет. Слышь, пес. Выпускай. Чё, блядь, дырок нахуй. Уже два стрима и две серии мне вперед передает. Так. Так, я его только по РП выпущу. Видите, какие ублюдки? Как их можно выпускать просто этих, сука? Я его сейчас выйду, он, блядь, убью его нахуй прямо на улице, этого ублюдка. Давай, окей, чувак. Сейчас ты выйдешь, я тебе дам. Так. Сейчас мы выпустим этого ублюдка. 118... 25 тысяч. Все, иди, сука, сюда, блядь. Сейчас ему пиздюлину дам, нахуй. Где этого макака, сука? Тупая, блядь. Где этот ублюдок? Иди сюда, нахуй. Иди сюда, сука. Сейчас тебе, блядь, пиздюлину, нахуй, ставлю, блядь, ублюдок, нахуй. Ну-ка, блядь, на тебе, ёбок, сука. Пиздюк ёбаный. Так, давайте напишу серия. Вот таких надо, сука, убивать просто, ублюдков, блядь. Реально, блин. Просто, для этого нужна дубинка, чуваки. Три звезды, ничего страшного, бля. Я договорюсь, чтоб сняли, ну, блин. Ну, вы сами видели, как он базарит просто, ну. Поэтому просто меня бомбит. Просто меня бомбит по этому поводу, блин. Ну хоть мы выпустили одного. Григорий. Григорий. Ладно, он, наверное, отошел. Тебя посадить. Ха. Максим Чепкасов у него. Или что там? Ладно. Ну, видели, блин, ну не надо там писать, типа, ой, ДМщик там и так далее. Ну, вы сами видели, он заслужил. Он просто заслужил попасть в больничку. Это ублюдок. Блин, как эта дубинка мне нравится. Вообще, просто эпично. Просто эпично. Реально. Ну, блин, походу, здесь мало больше клиентов. Никого нету, я так вижу. Ну, онлайн сейчас большой, в принципе. Ну серия, вот эта серия хорошая получилась. Григорий, вы хотите на свободу? Отходил. Ну вы хотите на свободу? Давайте у него спросим. Кто хрен его знает. Трика нету. Трика нету. У вас 22 тысячи. У вас 22 тысячи. Не давайте. Ну ладно. Смотрите сами. Ну ладно, смотрите сами. Блин, ну прикольно в роли адвоката быть. Вообще такой чисто папка в здании такой. Просто крутяк. Просто реально очень круто. Тебе все равно копейки капнут. Ну это да. Ну да, копейки платят, как эта система, конечно, вообще херовая. Херовая система до горя просто. Поэтому, блин, ну мне нравится будни адвоката снимать. Вообще очень круто. Просто шикарно. Просто шикарно. А как? Лицензии продавать можно, что ли? А ну... Команды недвижимость организации. ХЗ, ну говорят, выгодно.
Команды мафии, команды... Общие команды. Команды лидеров, заместителей. Стоп. Команды организации. Остальные. ППС, СМП, ОПГ, ФСБ. Общие команды организации. Команды лидеров, заместителей организации. Скорая помощь. А, вот правительство. Выпустить из КПЗ. Ударить игрока... Тайзер. А ну я могу использовать Тайзер. 388. О. Прикольно. Да, я проверяю. Да, я проверяю. Так, давайте снимем от него. Блин, я могу шокером кого-то бить. Ай-яй-яй, вообще круто. Вообще круто. Я. Так, или я не могу, так, организации, правительство. Продать лицензии, sell leads, полеты, а ну один, 188, 10 тысяч. Так. Продавать лицензии можно. Освобождение бизнеса. Выселение из дома. Нихера себе. Администрация области. Уволить госслужбы. Выдать выговор. А ну. Б. Бусинес. Бусинес номер бизнеса. Иди. Понятого, иди понятого. Нихера себе. Блин, вот это как, конечно, круто. Выселение из дома. Ударить игрока. Не, ну это круто. Вообще по кайфу, честно. Очень круто. Очень просто круто. Ладно, на этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Подписывайтесь на группу ВКонтакте, все ссылки есть в описании, заходите на Сиграде и ждите новых серий. Всем пока!